Я не знаю, как вы, но я уже такие мозоли натер этим джойстиком. Просто ужас. Действительно, мир компьютерных игр настолько многообразен, настолько увлекателен, что однажды вот сядешь играть, и все, уже оторваться невозможно. Но на фоне этой насыщенной компьютерной жизни, я думаю, всегда можно найти полчасика утром, чтобы посмотреть очередной выпуск программы «Дэнди. Новая реальность». Сегодня в нашей передаче. Прекрасно знаете разницу между 8-битными играми и 16-битными. И знаете также, что мы начинаем нашу передачу всегда с рассказа о дэндиевских играх, о 8-битных картриджах. И сегодня я для вас приготовил очень интересный сюрприз. Я расскажу вам об игре Ghosts and Goblins. Так это звучит по-английски довольно непривычно, так сразу и не повторишь, но по-русски это призраки и гоблины. Кто такие призраки, я знаю, вы, наверное, тоже. А вот гоблины, давайте посмотрим вместе. Ну кто из нас хотя бы однажды не мечтал окунуться в страшное заброшенное средневековье, век этак в 13-й, и насладиться теплой компанией всевозможных вурдалаков, василисков и симпатичных живых мертвецов? Если вам такое соседство по душе, тогда смело вставляйте эту игру в свою приставку. Вас ожидает такой ужас и холодок по спине, который можно ощутить разве что перед контрольной работой или перед мытьем посуды. Зомби здесь, в таинственном лесу, растут буквально как грибы после, так и тянет сказать, после кровавого дождя. Как и всякие порядочные упыри, они растопыривают свои костлявые руки и тянутся к вашему горлу. Не теряйте самообладание, бросайте в них разящие ножи, запас их не ограничен, и уворачивайтесь от назойливых стервятников, кружащих прямо над головой. В такой ситуации, казалось бы, не до денег, но все-таки, если под ноги вам попадется мешок с золотом, прихватите его на всякий случай. Пригодится. Лучше всего у программистов получился звук летящих мечей, да похоронная музычка, которую вы не раз услышите за игру. Кстати, собирая голубые доспехи, остающиеся от покойников, вы сможете изрядно повысить свою боевую мощь, а значит и пройти дальше, и увидеть больше. Я знаю, чем заканчивается игра, а вот вы нет. Вы еще не представляете, с какими безднами ада вам придется встретиться, сколько смертельных опасностей подстерегает вас под каждым кустом, за каждым камнем. Все это у вас впереди. Ну что, заинтриговал я вас? Классная игра, что говорить. А сейчас, обладатели 8-битных приставок, пожалуйста, пойдите поделайте уроки, уберите кровать и просто лягте поспать. Речь пойдет о 16-битных играх. Шутка. Конечно, все из вас, и те, кто имеет Дэнди, и те, кто уже купил себе Сегу, все будут смотреть с удовольствием наш следующий сюжет. Потому что это будет рассказ об игре, недавно появившейся в продаже в торговой сети Дэнди. Называется она по-английски, опять же, давайте договоримся, мы все время будем называть игры сначала по-английски, причем правильно по-английски. Потому что, знаете, бывает, говорят, там, есть такая игра, золотой топор, вы знаете, Golden Axe. Как вы только не называют? Golden Ahi, Golden Axe, Golden, в общем, ужас, слушать невозможно. Будем правильно говорить по-английски название игры, а потом будем пытаться переводить название на русский. Так вот, Subterranea, так называется игра, которую я сейчас вам хочу показать. Sub — приставка, которая означает «под». А Terrania — это земля или какая-то земляная область. Вот Subterranea — это, наверное, подземное царство. Итак, Sega Mega Drive 2, 16-бит, подземное царство. На далекой планете, в закутке неизвестной галактики, коварные инопланетяне захватили экспедицию землян и не хотят отпускать. Делать нечего, придется вам взяться покрепче за свой джойстик и освобождать сопланетников из лютого плена. Дело происходит в глубоком подземелье.
где и кислорода не хватает, и патроны для лазера – дефицит из дефицитов. По нашей терминологии, игра «Субтеррания» – не что иное, как самая настоящая стрелялка-пулялка. Кнопка «А» на вашем пульсе будет дымиться, она самая главная. Но есть и свои проблемы. Главное – приловчиться к системе управления вашей капсулой, полностью имитирующей реальный космический корабль. Это вам не 8-битная плоскостная графика. Как бы ни поворачивался ваш челнок, право – это всегда право, а лево – всегда лево. Соберите в кулак всю отведенную вам природой координацию движений, вовремя соображайте, где право, а где лево, иначе конец. Ни людей не спасете, ни сами не выберетесь живыми. Маленькие хитрости для тех, кто всерьез решил пройти игру до конца. Внимательно следите за состоянием вашего защитного слоя. Отслеживайте наличие кислорода и боеприпасов. Чуть завидев подозрительную расщелину или впадину, сразу устремляйтесь туда. Там, в чудовищной пустоте и глубине, ждут ваши руки товарищи по несчастью. Фантастическая атмосфера игры под стать не менее фантастической графике. 16-битный сеговский процессор старается изо всех сил, поддерживая колоритные фона, имитируя сочные взрывы и спецэффекты. Касание стенок подземелья до обидного быстро отнимает энергию, так что смотрите под ноги, то есть под фюзеляж. А музыка и шумы – просто прелесть. И вот в тот самый момент, когда, казалось бы, все в ваших руках, и помешать спасению родственников может только чудо, такое чудо-юдо является в самый неподходящий момент. Оно страшенное, омерзительное и огромное. Оно не таракан какой-нибудь, которого хлопнешь тапком, и готово дело. На сокрушение этого змееголового урода у вас уйдут все патроны и весь кислород. Но самое главное – не терять надежды и посильнее тыкать кнопки на вашем пульте. Терпение и труд – все перетрут. Этой русской пословицей вовсю пользовались программисты игры Subterranea, когда строили все это бесконечное подземное царство, где в лютом плену стонут и плачут ваши соплеменники-земляне. Спасти их не может ни Господь Бог, ни даже слоненок Дэнди. Это должны сделать вы. Больше некому. Вперед! Навстречу мраку и победе! Ходят тут всякие слоны с микрофонами. Знаете, куда направился Дэнди? Нет, я знаю. Он пошел в магазин, чтобы проверить, как там обстановка. Отправимся за ним. Лишь только прозвучит школьный звонок, означающий конец последнего урока, как толпы подростков из соседних школ, что около магазина на Красной Пресне, стекаются сюда, кто просто поглазеть, а кто и купить что-нибудь для себя. Поднимите руки, у кого есть приставка? У кого из вас приставка Дэнди? А у тебя какая? У меня приставка, ну, такая обычная. И какая-то китайская. Какой бы ты хотел купить картридж? Ну, не знаю, какой-нибудь там про драки там, вот. Боевик. Да, какой-нибудь боевик такой про драки. Вообще вы так любите больше, где дерутся, да, игры? Ну, да. Или приключения любим. Лабиринт. Супер-конту там, боевички. А вот о чем мечтаете? Вот что бы вы хотели вот из компьютерных игр иметь дома у себя? Я бы Сегу хотел. Сегу? Ты? Сегу. Ты? Сегу. Ну, а мне скоро купят Сегу. А знаете вы, что кроме Сеги есть еще более фантастические приставки? Вот что-нибудь о них слышали? Слушай, а на втором этаже они есть. Там за 1.5 миллиона. Да. Там типа мультика и фильмов. Как настоящий фильм, такая большая компьютерная графика. Ну, вы играете пока на Дэнди, но с мечтой не расстаетесь, да? Да, конечно. А много времени отнимает? Вообще на уроке остается? Остается, естественно. Ну, приду домой, там, поиграю, а потом уже там уроки сажу делать. Вот. А родители отгоняют вообще от приставки, нет? Так, если урок не сделал, то, конечно, отгоняют. А если сделал, то, пожалуйста, играй. Хоть до ночи, да? Угу. До вечера. Понятно. Ну ладно, смотрите, может, что и купите. Не может быть, а точно купит. Но, кстати, не только детвора оккупирует местные прилавки. Вы зачем сюда пришли сейчас? А вот Дэнди купить. Себе, что ли? Нет. А кому? Внуку. Сколько внуку лет? Сколько? 14. Вы по какому-то поводу покупаете или просто вам пришло в голову и вы пришли покупать? Нет, ну покупаю как подарок. На день рождения? Да. Когда день рождения? В октябре.
вы как-то так заранее решили покупить? А? Заранее решили купить? Я пришла посмотреть. Ну, цены вас не пугают, нет? А? Цены не пугают вас? Не знаю. Цены. Вот я смотрю цены, все, пришла посмотреть. Ну, чтобы вам купить внуку подарок, вам нужно примерно так где-то набрать 80 тысяч. Примерно. Да. Ну, вы можете позволить это? Как-нибудь. Да не как-нибудь, а с большим удовольствием. Но главное в восторге от покупки бабушке с внуком не забыть сделать одно очень важное дело. Волшебный миг настал. И, наконец, приставка куплена, ее приносят домой. И что нужно обязательно сделать, ну, кроме того, чтобы ее распечатать и подключить? Обязательно нужно заполнить регистрационную карту, которая находится в комплекте с Денди. Вот эта карта представляет собой талон, который заполняется, указывается фамилия, адрес покупателя и отсылается по адресу Москва, 34 Денди, 119-034. Для чего это нужно сделать? Это нужно сделать для того, чтобы получать бесплатные каталоги, которые будут приходить вам по вашему адресу и в которых рассказано о наших фирменных приставках и о наших играх. Я готов спорить, что вы не знаете, и наши зрители тоже еще не догадываются о том, что наша программа придумала еще одно применение этим регистрационным карточкам. Об этом в нашей следующей передаче. Ой. Мы получаем огромное количество писем с правильными и еще большее количество писем с неправильными ответами на вопросы наших викторин. И в нашей сегодняшней передаче снова викторина. Ручка, бумага готовы? Тогда за работу. Первый вопрос. Сколько раз вы встречаетесь с королем уток в игре Batman Returns? Бэтмен возвращается. Сколько изумрудов, по-английски Emeralds, вы должны собрать в игре Sonic? И третий вопрос. Возьмите в руки приставку Dendy и внимательно посмотрите на нее со всех сторон. А потом напишите нам, сколько приставки Dendy вентиляционных дырочек. Друзья мои, все эти призы ждут вас. Удачи! Ой. В нашу передачу поступает очень много писем с вопросами, с пожеланиями, с просьбами и так далее. Но поступает также много телефонных звонков. Друзья мои дорогие, еще раз напоминаю вам, телефон, который вы видите в конце нашей передачи, это телефон агентства 40 видео. Это для взрослых дядек и тетек, которые хотят сделать себе рекламу качественно и хорошо. А для вас лучший способ, уверяю вас, это письма. Письма доходят 100%, а телефон у нас вечно занят. О, удивительно, кто-то все-таки прозвонился. Здравствуйте, у меня игра Rocket Knight. Как пройти последнего главного врага? А, это, если не ошибаюсь, такой белый шар, да? Ну да. Хорошо, мы ответим на этот вопрос в нашей передаче. Смотри внимательно. Хорошо. Пока. Когда у вас возникают проблемы, не стесняйтесь и пишите письма. И на помощь вам придет Денис. Привет, Денис. Привет. Здравствуйте, Саша. Привет. Сегодня опять для вас работа нашлась. Каждый раз наши зрители пишут нам с просьбами объяснить, как играть ту или иную игру. Что-то никто не получается, это не получается. Ну, как обычно, знаете. У вас такое тоже было, наверное, когда вы еще только начинали. Была ситуация, когда хотелось все бросить, там, оторвать джойстик, да, выкинуть его в окно. У тебя было такое, Саша? Да, и ломать компьютер, я его и бил. И бил? И кидал картриджи в стены. Че, серьезно? Да. Это с какой игрой так у тебя было? Это из Batman Return, с Майкл Джордан, против Лэри Бёрд. Да? А почему так? Потому что у меня были единственные две игры. И ты хотел их разбить из-за того, что ничего не получалось. Да. Но потом у тебя все получилось, и они остались живы, слава богу. Да. Вот такую ситуацию попадает наши зрители. Например, вот сегодня нам позвонил один парень, лет 10-11 так по голосу, я не знаю, сколько ему лет, и сказал, что у него вот есть игра Rocket Knight. Знаете такую игру, да? Да. Приключения ракетных рыцарей. Спрашивал, как пройти главного врага. Там какой-то шар такой. А,
Ну, последний, да. Да. Помню. И как его пройти? Ну, там, значит, в шаре, вот у него со всех сторон есть отверстие. Так. И оттуда периодически из разных мест вылезает красный маленький шарик. И вот его нужно в него стрелять. И все. В этот шарик? Вот в эти маленькие шарики, да, красные. Именно в них, ага. В них. И он будет стрелять сам, шар большой, будет стрелять разными оружиями. Нужно уворачиваться и стрелять в этот маленький шарик. Определенное количество раз, и все. Угу. Давай мы сейчас дадим тебе пульт, и ты нам покажешь, как это делать, окей? Держи. Вставляем. Rocket Knights. Причем система кодов, проникаем в последний уровень. Вот. Вот главный. Так. Итак. Значит, вот, вот высовывается шарик, мы запрыгаем и стреляем. Угу. Вот здесь уворачиваемся. Вот он разными оружиями кидается. Вот опять шарик снизу. Только сверху там сложнее мы подпрыгнуть. Вот. Так. Вот теперь кольцами начинает кидаться. Ну ладно, победили. Поаплодируем, Саша, молодец, да. Давай, Денис, тобой похлопаем, Саша. Давай. Молодец, Саня. Так, это значит, с этим мы разобрались. Понятно, да, как убивать главного врага? Понятно. Дальше. Что у вас есть из ваших секретов, которыми вы готовы были поделиться с нашими зрителями? Например, Бэтмен 1, очень популярная игра. На для Дэнди. Есть там что-нибудь такое интересное? Ну, есть. Там есть, ты знаешь. Ну. Пока посовещайся, я пока и найду. Ты будешь говорить или нет? Ты, конечно. Я? Ты, слушай, вот помнишь там, подходить, сокращать путь? В первом уровне, да. Так, секунду, вот я нашел Бэтмен. Да. Вставляем. Не надо показывать это зрителям. Кого? Как мы будем вставлять. Не надо, они уже знают. Мы уже наводили. Тупых тут у нас мало осталось. Держи. Дросик. Держи. Ой. Включай. Давай, давай, как будто так. Это сделать. Так, там вот. У нас есть такая возможность сократить путь. Угу. Есть отверстие, в которое можно пролезть, минуя всех противников. Вот. С помощью кнопки B. Кнопки B. B. И верхняя кнопка B, и он цепляется за стену. И он цепляется за стену и выбирается. И выбирает всех противников. Сэкономив на этом жизнь. О, целую жизнь. Это целую. Я не думаю, что кто-нибудь из наших телезрителей этот секрет знал. Теперь знаете. А, хорошо, теперь давайте обратимся к игре, которую я много читал и много слышал, которая называется Лемминги. Кто такие лемминги, вы знаете? Это маленькие жители, да. Живущие на острове. Только... Они постоянно что-то любят строить, угу. Либо ломать, копать. Ну, как, возводить. Как наш народ, в общем, он любит копать, ломать, возводить, собирать. Но дело в том, что это не люди, вы знаете, это крысы, такие маленькие грызуны. А, да? Лемминги — это грызуны, да. И просто дело в том, что вот их не так видно на 8-битной картинке, невозможно понять, что это маленькие человечки или маленькие крыски, да. Но я вам вот сообщаю, вам и вам по секрету, это крысы. А, давайте мы вставим сейчас... Ставим сейчас, да, сначала выключить, потом вынуть картридж. Это для меня уже просто как отче наш. И вперед, да. В Леммингах секрет какой-нибудь на голову, на ум приходит? Да, вот есть, мы столкнулись с одной проблемой во втором уровне. Сашка, вдвоем что ли? Да. Да, давно дело было, да. Ну, тем не менее. Для вас, то, что для вас давно, для некоторых только-только сейчас начинается. Ну-ну, и что за проблема? Там есть несколько колонн. И вот они шагают по этим колоннам. Стройными рядами, да. Да. Потом они срываются с них и падают, и разбиваются. Мы долго думали, что же делать, чтобы они не разбились. Оказывается, в нижнем углу экрана, в левом, есть несколько оконцев. У них
показаны действия, которые возможно выполнять на данном уровне. И там мы разглядели, что они могут здесь использовать 10 зонтиков, что соответствует 10 крысам. Мы раздали эти зонтики, и они благополучно спустились и вышли с этого уровня. То есть вы так спасли жизнь многим жителям этой маленькой планеты, да? Сами догадались? Или где-то прочитали, или услышали? Сами. Вот методом тыка так все время пробовали, то, все, пятое, десятое, все. Это даже логически. Да, и вот и какое ощущение, когда вдруг, оба, ес, как это говорится. Я захотелось посмотреть следующий уровень. Ес, получилось, да? Вообще кайф, когда, да, когда пройдешь какую-то не уж загадку, и она получается. Конечно. Большое удовольствие. Окей. И это, значит, у нас были секреты из 2 8-битных игр и 1 16-битной. Тогда еще один вопрос. Это уже от меня лично. Совсем недавно мне в руки попал этот замечательный картридж, который называется «Возвращение Бэтмена». Или «Бэтмен возвращается». Где этот картридж? У нас уже не так много времени осталось. «Возвращение Бэтмена».